Зимний микс категории крем Австралия, 25 килограмм весит данный мешок. Первым у нас идет вот такая вот танковка, размер здесь указан M, марки H&M. Так, City Chic, это у нас жилетка, я так понимаю, по составу, по ощущениям очень похоже на акрил, размер указан XL. Так, вечернее платье, размер S-ка, очень такой нарядный, приталенный слегка. Так, танковка, размер L, это у нас в основном в составе здесь хлопок идет. Так, еще одна танковка, здесь также размер L указан. Так, новая вещь, это у нас юбка, стопроцентный хлопок указан, 10 английский размер. Хотелось бы упомянуть то, что здесь большинство вещей идут с бирками. Вот, примерно при подготовке к съемке, например, примерно около 45%, 50% здесь вещей с бирками. Вот, например, эта жилетка. Вещь новая, здесь размер, давайте посмотрим, 12 размер английский указан. Так, платье 10 размера. Даже если тебе попадаются вещи без бирки, а это, ну, также 50%, то они все очень хорошего качества. Так, рубашка марки Asa, здесь у нас размер указан M-ка, вещь новая с биркой. Танковка размер S-ка, также без следов износа, размер XL, это у нас женская танковка. Так, толстовка новая, с биркой, с этикеткой, здесь у нас размер L указан. Так, еще одна толстовка, уже женская, размер указан 3, 3, 3Т. Так, джемпер. Размер здесь указан XL, следов износа нет. Еще одна танковка из хлопка. Так, здесь у нас свитер, размер S указан, вещь новая также с биркой. Жилетка, здесь, к сожалению, размер не указан, но следов износа нет. Так, вот такая вот интересная танковка, здесь у нас размер указан XL. Так, вот такая вот толстовка, я даже не знаю, толстовка это или куртка, достаточно приятная на ощупь, похожа на флис, размер указан XL, замок работает отлично, следов износа нет. Так, женский пиджак, 8 размер, вещь новая с биркой. Так, также новые носки, тут у нас две пары, я так понимаю, марки Puma, размер не указан, к сожалению. Так, еще одна танковка, размер указан XL, следов износа нет. Так, женская блузка, размер XL, марка Amart. Так, вот такая вот танковка, размер SM, опять же новая вещь с биркой. Женское платье, туника, точнее туника, рост указан 155. Марка Rockmans, это у нас танковка размер M, женская. Так, новые штаны, размер 8 указан. Шорты размер M, также вещь. А, это не новая вещь, но тем не менее состояние отличное. Так, размер M, ой, размер S-ка, S-ка, Liz Jordan. Так. Вечернее платье следующим опять же идет. Тоже достаточно сильно приталенное. Длинный подол. А здесь у нас 8 размер английский показан. Марка Now 12 размера. Танковка. Размер МК. Также танковка. Это уже туника у нас. Еще одно платье. Новое. Здесь у нас размер указан ЛК. По ощущениям похоже на хлопок или, ну, в общем, какой-то натуральный материал. Так, носки, три пары мужские, здесь у нас размер, к сожалению, не показан. Так, еще одна вещь, 16 английский размер указан, следов износа также нет. Штаны 12 размера,
также без следов износа. Вот такой вот свитер, если так можно сказать, размер S-ка. Женская юбка новая, размер M-ка. Тонковка на размер XL. Также без следов износа. Марка Marco Polo, размер указан L-ка. Это опять же у нас тонковка. Размер XS, вещь новая также. Тоже тонковка. Так, вот такой вот жизнерадостная толстовка. Размер здесь указан. Давайте посмотрим. L-ка. Так, жилетка. Вот не знаю, правда, шерсть это или нет. Но тоже очень приятный на ощупь. Следующая вещь у нас. Опять же, тонковка. Размер указан L-ка. Так, туника размер S-ка. Женская, соответственно. Так. Штаны марки Zara, размер указан M-ка, следов износа нет. Вот такая вот кожаная куртка, ну, может, конечно, это не кожа. 14 английский размер указан. Жилетка размер L-ка, вещь новая также с этикеткой. Вот шапка опять же новая, здесь у нас размер, к сожалению, опять же не указан. Это я, честно говоря, не знаю, что такое. То есть сокс. Носки, видимо. Ну ладно. Пусть будет сюрпризом. Платье. 8 английский размер. Марка Lok H&M. Это у нас танковка. Размер M-ка указан. Следующая танковка также размер M. Вещь новая с этикеткой опять же. Шапкой закрыла. Так, еще одно платье. Здесь у нас 6 английский размер указан. Так, свитер размер SM. Вещь также новая, с этикеткой. Так, такая вот толстовка размер 2XL. Марка Polo. Так, Liz Jordan размер M-ка. Это у нас штаны. Следов износа нет. Отличное состояние. Марка Now. Тонковка, размер 14 английский указан. Также без следов износа. Так. Тонковка с воротником. Размер здесь у нас указан L-ка. Так, вот такая вот шапка с козырьком. Здесь размер, к сожалению, опять же не указан. И еще одна такая же шапка. Следующая вещь это у нас шорты. Так, и такая вот толстовка достаточно интересная. Тоже новая. Размер здесь указан M-ка. Платье 8 английского размера. Вечернее, опять же. Опять же, вот носки тут идут у нас. Так, 12 английский. Здесь размер не указан. 100% хлопок в составе. Так, еще одна толстовка. А здесь у нас размер SM указан. Также следов износа нет. Так, тонковки. Танковка марки Tommy Hilfiger. Размер указан 2XL. Так, 10 английского размера женская танковка. Носки. Так, еще одна танковка размер S-ка. Следующая вещь у нас. Так. Юбка. Размер M-ка. Также вещь новая. Так. Это у нас рубашка с капюшоном. Размер указан L-ка. Также новая вещь. Носки опять же. Так. Вот такое вот интересное платье. Фрифлор написано здесь. Размер указан L-ка. Так, вот такая вот танковка размер M-ка
100% хлопок указано. И последняя вещь у нас марка Calvin Klein, новая. Размер указан M. На этом все.